Значит, Дашка Пиписька, огромное спасибо за донат на вот такой интересный видос. При этом там как бы не на весь видос, но еще в фонд докинул Паша Рамштайн, которому тоже большое спасибо. Значит, ну, какую-то часть посмотрим, может быть, вторую часть чуть позже, если кто-то либо докидывать будет, либо... Ну, сейчас посмотрим, короче, разберемся. Так, 8 худших смертей на смертных приговорах. Давайте. Один себе зрачки выколол, глаза, считал, что слепого не расстреляют. Стреляет один человек? Ну, не получается. Наверное, смотрел я это. Первые пули. А, так, начальник СИЗО, может быть, его в другом где-то видео смотрел. А побеги бывали? Родственники были убеждены, что все-таки их не казнят, а увозят на трудные работы. За каждый расстрел, условно говоря, каждый сотрудник получал определенную сумму. Да, приговор у него. Вот это повод еще больше любить собачек. Просто ты, блядь, родственник кого-то, кого... Причем не обязательно, кто действительно враг народа, а кого мразотная власть посчитала врагом народа. То есть ты просто родственник предпринимателя, например, хорошего, честного. И все, ты тупо за это сосешь хуй. Пиздец, обожаю, блядь, совок. 90% слова «расстрел» нету. Зачеркнуто, они даже читать его не могут. Родственникам тела никогда не выдавали. Расскажите, кстати, ребят, в чате, у кого-нибудь есть родственники, репрессированные по ебаному беспределу? Просто вот интересно даже. Охранник, может, кстати, кто-то расскажет. Тоже плакал. Можете объяснить, как вы договорились с собой, чтобы не переживать по этому поводу? Олег Алкаев, я являлся руководителем группы по исполнению смертных приговоров на протяжении 5 лет. В этом маленьком городке до сих пор живет человек, бывший смертник, которому был вынесен смертный приговор. Да все в этом шарят, у каждого, блядь, у каждого есть... там дед или кто-нибудь там какой-нибудь прадед, знакомый чей-то кого-то, кого ебливая... Я вот своих, к сожалению, вот, блин, к сожалению, кстати, не знаю своих. Просто, ну, к своему огромному стыду я просто не знаю. Но, ну, типа, я знаю истории просто других людей, и это, ну, пиздец, у каждого почти есть. Вот. 2 деда-священника. Ну, блядь, линкор, ты рофлишь, ты, блядь, это нахуй. Цитаты Рудова ебаного. Дядя убежал от суда. Ну, в 90-х. В 90-х-то это ладно. Я имел в виду все-таки ранний союз. И он в итоге на срок в 15 лет, и сейчас. Хотя 90-е тоже хуйня. На свободе и живет. Ну, 90-е, подожди, 90-е уже... А, еще совочек. Родственников тех жертв, которых он убил. Ну, вы прям попрощали жизнь, Владимир? Ну, да. Серьезно? Да. А что вообще происходит в голове? Такое чувство, как живой покой. Если вам кажется, что смертная казнь — это что-то из средневековья, то я напомню, что сегодня она применяется в 60 странах мира. И только... Ну, у нас нет, получается. Блять, да на самом... Почему счет средневековья? То есть вот, я думаю... А, в Беларуси есть, нихуя себе. Это Беларусь ведь, да? В США есть. На самом деле смертная казнь иногда даже имеет смысл. То есть если ты человека осуждаешь пожизненно, мы, блять, должны со своих налогов его кормить. Им еще и деньги, по-моему, прикиньте, по-моему, заключенным некоторым, этим психбольным заключенным полагается какая-то пенсия. Они находятся в тюрьме, в заключении, и им платят пенсию, и эта пенсия больше, чем зарплата санитаров. Вот какой пиздец. Что-то я такое слышал. Вот, соответственно, вот. С этими зэками вообще, как говорится, полные... Пиздейшн. То есть, вот нахуя его вообще держать живым? Зачем? Я бы, блядь, я вообще в этом плане абсолютно ебанутый, бесчеловечный говноед. То есть, если человек зловреден для общества и, ну, уже показал полностью свою несостоятельность в качестве члена этого самого общества, или еще и сделал что-то совершенно, блядь, недопустимо мразотное. Я считаю, вообще его можно использовать в любых целях, чтобы с него получать выгоду. Как подопытного кролика для лекарств, или, например, особенно если это какой-нибудь там очень такой вот пробздел и на понятиях, вот я бы их, блядь, вообще прям, я бы на них помаду испытывал, например. Какой-нибудь, ну, что-нибудь такое дело. Зачем на кроликах, блядь, если можно на зэках? Особенно вот кто крепче всех кричит, какой он не пидор, вот на нем надо испытывать помаду, тушь, там, не знаю, что-нибудь такое. Можно устроить аукцион, типа, этот, аттракцион обоссы заключенного, просто за косарь людей пускать, чтобы можно там было там говно в него побросаться, нассать на него. Что когда придумали тесты в ДНК, то в США пришлось освободить до хуя приговоренных к смертной казни. Так как суд тупо ошибся. Нихуя как, жопа говна, спасибо большое за донат. Ну, блять, вот смотри, если есть спорная хоть немного ситуация, вот хоть немного, хоть чуть-чуть сомнения какие-то были, тогда, допустим, ладно. Ну, вот я думаю, если бывают, допустим, абсолютно бессомнительные, стопроцентные приговоры какие-то, да?
Вот по таким штукам я бы реально вот прям сделал, вот сделал бы просто аттракционы и чисто бабки собирал бы в бюджет, блядь, а потом бы, не знаю, всех бы заставил работать просто, то есть чтобы пусть они там вот в принудительном именно порядке шьют какие-нибудь там, ну, сапоги, любую хуйню просто делают, потому что зачем, блядь, они живут в противном случае? Ладно, что дальше? Прошедший июль, месяц, который только-только закончился, было казнено в общей сложности 82 человека. Вот здесь эти сводки выкладывают каждый месяц. 38 в Иране, 6... ЕС месяцев. Это требовал? В смысле, блядь? А что-то из Средневековья, то я напомню, что сегодня она применяется в 60... А, да, в Евросоюзе нет смертной казни нигде. Понятно все. В странах мира. И только за прошедший июль, месяц, который только-только закончился, было казнено в общей сложности 82 человека. Вот здесь эти сводки выкладывают каждый месяц. 38 в Иране, 6 в Египте, 2 человека в США, 23 человека в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия — это та страна, где до сих пор казнят людей. Привет, здорово. Обезглавливание. Причем с помощью меча. Получить смертную казнь в Саудовской Аравии можно не только за убийство или за наркоту, но и за половые отношения с человеком вашего же пола, то есть то, что называется пиздец. Гомосексуализм. Еще 13. За гомосексуализм можно смертную казнь получить. Человека в этом же самом июле казнили в Японии. Да, в этой. Я бы там сразу умер, блять, получается. Потом посчитали, что... Блядь, вы видите, люк, он обозначен красным вашего же пола, то есть то, что называется гомосексуализм. Еще 13 человек в этом же самом июле казнили в Японии. Да, в этой суперразвитой стране до сих пор действует смертная казнь. Причем казнили человека, которому вынесли приговор еще, когда я не родился. В 91-м году, в декабре, и все это время он дожидался своего приговора. Он жил в камере 2 на 5 метров. Как правило, заключенным запрещается смотреть телевизор, слушать радио, пользоваться интернетом. Сама казнь происходит вот в таких комнатах. В центре вы видите люк, он обозначен красным квадратом. Именно на него встают смертники, и в определенный момент человек проваливается под землю. В Японии сейчас до сих пор казнят путем повешения. Удивительно, что за самое жуткое убийство в Японии преступники так и не получили смертную казнь. В 88 году произошел вопиющий случай. Школьницу по имени Юнко Фурута ее похитили. Брат прабабушки был председателем колхоза, раздал крестьянам излишки зерна, потому что у них все было отобрано, и они умирали от голодной смерти. Его посадили в тюрьму на 7 лет. Пиздец. Или несколько человек ее удерживали в доме, на нее выливали воск, в грудь вставляли иглы, в общей сложности 44 дня пыток. В итоге она умерла от очередной пытки, когда на нее вылили жидкости из зажигалок, подожгли, она в итоге умерла, ее тело зацементировали в бочке. И, что удивительно, преступники за это преступление получили от 4 лет до 17, и все они уже вышли из тюрьмы. Друзья, это новый формат, поставьте лайк, если он вам нравится прямо сейчас, и подпишитесь. Это очень важно для нас, для того, чтобы понимать, что делать дальше. За все время вашей службы сколько человек было расстреляно? Руководителем, когда я был, около 150. Есть какие-то родственники кого-то из заключенных, которые вам больше всего запомнились? Да, вот одна женщина была. Организую розыгрыш нихуя. Ищу спонсоров. Требы деньги. От меня видос, как кушал пельмени. Вам упоминание в видосе и большое спасибо. Все понятно. Меня использовали как рекламную площадку для одного пельменей. Приговоренного к расстрелу. Его расстреляли за убийство милиционера. Вот, убивала этого милиционера. Мои каверы делают за сколько Рубчинских? Ну, разбор, кстати, не я сделаю, а Даша сделает за донат мне своей хуйни. Ну, короче, смотря что имеется в виду под кавер. Если просто сейчас на стриме что-нибудь спеть, то от 200, но зависит от моего желания. Конкретно сейчас? Блять, смотря что, чувак. Смотря что, смотря как. Смотря как. Ну, от 200 в любом случае. То есть, если, например, ничего не подключать, просто укулельку взять, хуйней пострадать, то... Ну, там, может быть, даже за 200 что-нибудь. Если что-нибудь простенькое, коротенькое, там, например, все. Вот. Будешь спонсорем, чур не я. У меня у самого, видишь, пока это... Половины донатов даже нет. Сначала его просто били, потом его облили бензином, сожгли, потом душили чем-то гитарной струной, что ли, потом ножами резали. О, гитарной струной душили. Потом посчитали, что все дело сделано, и один из них поехал, утопил его в озере. Кто кого утопил? Это милиционеры. Вот, убивало этого милиционера четверо. Сейчас еще раз. Да, вот одна женщина была мать одного приговоренного к расстрелу. Его расстреляли за убийство милиционера. Ага. Вот, убивало этого милиционера четверо. Нихуя. Сначала его просто били, потом его облили бензином, сожгли, потом душили чем-то гитарной струной, что ли, потом ножами резали. А потом посчитали, что все дело сделано, и один из них поехал, утопил его в озере. Это были Браславские озера в Минске. А экспертиза показала, что он умер именно от утопления. И вот ему расстрел дали. Охуеть, то есть все вот это было типа... Еще его не убило. Только ему. Только ему. Остальным дали тогда по 20 лет, что ли. Тогда пожизненного не было. То есть он после всего этого еще и жив был. Он жив был, да, от утопления. А еще да. И вот он за это получил расстрел. И вот мать ходила, она требовала, чтобы она не ее оправдание. В ситуацию, когда всех недовольных просто будут мочить нахуй. Ну, тоже верно, да, тоже хуево, что да, что смертную казнь можно абьюзить. Вообще, абьюз — это плохо. Я его просила, а чтобы остальным тоже расстрел. Да. Вот это было, она ходила и ко мне приходила. Добейтесь, я говорю, вон напротив, сходите в суд.
напишите свое. Я писала, ну, понятно, никто не будет это рассматривать, да. Но потом было продолжение этой истории. Прошел год, может быть, и однажды я ехал утром на службу, и соседка выбегает и попросила довезти. Бля, они вообще нихуя не байтятся, по-моему, пиздец. Вообще всем поебать. Не знала, где работать. Я особо там никому не афишировал абсолютно. Вот, поэтому за мной машина приезжала там с гражданскими номерами, поэтому я обычно в гражданской одежде уезжал. Угу. Мало кто знал. Ну, садись, едем по дороге, она мне рассказывает. Вчера ездила к знакомым, она там годовщину по сыну отмечала. Называет фамилию. Я вспоминаю, что его год назад расстреляли. Вот именно вот это вот, которого мать просила расстрелять и всех остальных. За милиционера Куприна. Я говорю, а как отмечали? Она, ну, поехали на кладбище, там посидели. Какое кладбище? Ну, как, ну, могилка где его? Она поставила сама оградку, сама поставила памятник. Вот, как будто он там захоронен. Ну, и вот ходила, там цветы носила. Ну, как положено. И отмечала, что вот все-таки он умер, там трагически погиб. Ну, я ничего не сказал, сам в напряге я в таком приехал. Вызываю там своих помощников. Я говорю, ну-ка бегом, езжайте, проверьте место захоронения. Приехали, докладывают все без всяких нарушений. И вот потом я уже послал их на это кладбище. Там все разузнал. В общем, она там самовольно поставила этот все. Памятник, оградку. Ну, не стали мы ничего делать, пусть человек живет. Там никто не был захоронен? Нет, просто она поставила, просто, да, обозначила их место такое. Вам лично кого-то было жалко из всех этих 150 человек? Ну, молодых было вот там. Одного. А молодой сколько лет ему было? 20. Ну, он не был таким закоренелым. Ну, вот попал под влияние другого бандита и зарезали ребенка и бабушку его. Ебать. Вот. Он вот этот молодой? Ну, да, да. Хотя хотели просто деньги забрать, а получилось так, что соседи по даче. А там оказалось, бабушка приехала. И пришлось бабушку убить, а потом и этого пацана. Ой. Тоже. Да, бабушка с пацаном приехала, с маленьким. Нет, пацан один должен быть дома находиться. А. Ну, и они пошли его напугать, типа, маски одели, напугать и деньги. Он-то похвастался, там родители продали машину, что ли. Mm. Ну, они пришли его напугать. Ну, на всякий случай нож прихватили, ну, раз маски одели. А тут бабушка дверь открывает. Вот первый убил бабушку. А потом уже вместе они, пацаны. Прикиньте, в 20 лет я, просто, блядь, типа, вот по тупости взять смерть. Ну, он получил 10 лет, ему на тот момент не исполнилось 18 лет. Он и физически был крепче, и такой, по характеру хулиганистый. А этот просто за ним пошел. Так, а этому исполнилось 18 лет на тот момент. Вот ему дали расстрел, а второму. То есть, типа, из-за мелкого долбоеба взрослый получил смерть, хотя, бля... 10 лет. Я знаю, что Сокол вырезал мое имя, да. Да, я знаю, это прикол. Несправедливо. Хотя я бы поменял местами их наоборот. Он плакал перед расстрелом? Ну, там плачут многие, на это никто внимания не обращает. Ну, как? Они же люди эти практически безумные, поэтому там у них тоже организм защищается эмоционально. Он безумный. Он может плакать, он может там другие вещи творить, но это уже на процесс не влияет. Никто на это не смотрит. За все время вашей службы, за, вот, за 150 человек, у вас было что? Или слеза протекла, или просто внутри уж что-то вы почувствовали? Нет, не было. Это были все люди виновны, это вот эмоционально, вот этого было жалко, потому что он был не главным. Но тем не менее он тоже участвовал, ножом-то махал, тоже удары наносил. Вы сказали, что многие плакали и делали что-то еще. Ну, я же не буду говорить, что там под себя ходили, там еще что-то. Ну, перед страха, конечно. Это там не говорит о том, какой у него титул, какой у него рост, какой вес. Это психология любого человека. Любого абсолютно. Там, пусть он генералом был, или там министром каким-то, или еще чем-то. Кто-то молился там мысленно, кто-то еще крестился там. Ну как покрестишь, связаны же. Такого ничего не запоминается, все у них на автомате. Последнее слово вот ему зачитал, чтобы помилование отказано, и у него остается 30 секунд. Что за хуйню мы смотрим очень мрачно? Ну, задонатили. Все. Какие там эмоции? Значит, это переварить не умеет, не успевает даже. И все, его нет. Вы помните день, когда вам впервые поступило указание исполнить смертный приговор? Да, я помню. Это не указание, нет такого понятия указания. Поступают документы из Верховного суда. Зима была, холодно было. И по просьбе одного высокопоставленного чиновника из МВД, чтобы приговор исполнили до Нового года, чтобы не дожил. Но перед Новым годом никому не охота было, и мне не охота было возиться этим. И 30-го вот мне поступило не указание, указывать никто не имел права. У меня 30 дней на исполнение. Могу в первый день привести приговор, могу на 30-й. А это буквально начало 25-го, что документы сюда пришли. Ну что, личный состав, все к праздникам готовятся. А тут попросили, вот по просьбе министра. Быстренько убейте, пожалуйста, ну, да. Пришлось мне 30-го, по-моему, декабря, да, организовать. И попутно еще 5 расстрелять, чтобы потом уже не возиться. А в чем была такая спешка? Вот? Ну, спешка, потому что этот человек, сотрудник МВД, уважаемый человек, у него вот этот приговоренный сосед по подъезду, не вей, когда, вот он убил внука, дочку его. Он вхож был в семью вообще. Пользовался его машиной, в квартиру ему забрали. Друг семьи был. Друг семьи, да. И он убил вот эту всю семью, то есть ну, дочку. Там лишь бы веселиться. Ну, получается, что да, как бы. Ну, и внука. А зачем, как? А его жадности, вещи там украл какие-то, похитил. Его поймали-то на этой жадности. Он пошел в комиссионный магазин, сдал магнитофон украденный на свое имя. Он должен был знать, что все эти комиссионки там против барахолки под надзором. Его задержали с этим магнитофоном. Потом он признался, понятно. Ну, этот человек, он в шоке жил. Это я знал, это полковник. Ты знал, что дома дети, пошел убивать детей просто в обмен на магнитофон? Ну, да. Ну, там он еще что-то украл. Попался на магнитофоне. Там еще, я не помню уже. Ну, ради него можно было и Новый год пропустить. Единственное, что этого вот негодяя посадили последним.
Вернее, машину посадили первым, но выходил он из нее последним. То есть он больше страданий натерпелся, потому что увидел перед ним пятерых там казнили. И вот он. Это дополнительная такая мера наказания. Mm-hmm. Как тогда проходил процесс? То есть люди же в камере сидящие, они же не знали, я так понимаю, в какой день их настигнет приговор? Они не знают, но они чувствуют. Они чувствуют, потому что, ну, по сроку подачи помилования и прочее, примерно чувствуют. Вот, а где-то за 10 дней там их собирают в одной камере. Вот, и они уже понимают, что собрали их не случайно. Но они не знают, когда, никто не знает, когда. И даже коллеги мои не знали, когда. Буквально за 2 часа объявляешь. Их прям в СИЗО расстреливают или как? Расстреливали в лесу. Специальный автомобиль, специальная охрана. Ну, садили, ну, на ноги, ноги, елочки, ноги шире. Подверг цензуре, да, и... получается, сокол подверг Фреда цензуре, действительно. И вот так все. Ноги расставлены, как друг другу сидят. Это сделалось для того, чтобы они могли резко вскочить. Ну да, в принципе, там исключить возможность даже какого-то там шевеления. Вот, поэтому все там продумано. Как они стреляют, в яму кидают. Давайте слушать. Да. Покров ночи делают. Ну, на сколько сейчас надо посчитать? Получается, машины ничем не обозначили, ничем не заработали. На 33 минуты точно. Или там милицейские машины. Ничего там не было, обычная машина. Номера там была возможность сменять. Там. Для сотрудников милиции она была не, они были недоступны специально. Но если кто-то бдительный, вдруг что-то не понравится ему. Ага. Спасибо за спойлер. Бан, блядь. Да, кстати, мне Даша рассказывала, она там кого-то у себя в конфе за спойлеры Гарри Поттера забанила, в черный список кинула. Вообще пиздец просто. Да, ужас. Все. Не знаю, что там... Деньги везут, может, еще что-то. Никого не интересует, они правила знают. В целях конспирации в лес въезжали без света абсолютно. Фары включали. Вообще полностью. Дорогу все знали. Уже потом, когда в лес углублялись, там уже включали свет. Ага. Момент съезда с дороги. Да, бля, им вообще похуй. Короче, иди сюда. Все. Блядь, сука, пиздец, ребят. Вас просто невозможно забайтить. Мы, блядь, чё только не сделали уже, нахуй. Я клянусь, блядь. Как уж, блядь, вам вообще поебать, реально. Уже, блядь, ну, мы думали, нахуй, ну... Кто-то забайтится как-то в конце концов. Пиздец, ребят, вам не стыдно просто? Абсолютно. Вообще похую, просто, ты, блядь, ты уже... А, аккуратней, блядь. Да погоди, блядь, оно теперь все. Ой. Раз, два, раз, раз. А. Так, да я знал, что она там. Блядь, а чё, типа, вообще, блядь, никто внимания даже не обращает, типа, ну да, блядь, да, что, типа, нахуй, чё ты, лицо свое настраиваешь или чё? Да. Вообще всем поебать, вообще, типа, ну да, блядь, Даша, типа, там за кадром. Как будто, нахуй, так и должно быть. Типа, да, блядь, обычное дело. Ой, бля, ребята. Что смотрим-то? Зажрались вы. Да про этих, про, короче, каких-то... Я люблю поселение. Какую-то хуйню, одним словом. Сейчас. А, да, включил, конечно. Достал дефект из цилиндра. Да, получается, достал. Вообще, просто, блядь, чего только не сделали уже. А как же нам, блядь... сделать-то, ёпта. Ну, получается, что вот так. Слышишь, вот, что? Басист написал на выходных ему басуху адрес. О, ну заебись. Ну, она в хуйню упала, похуй. Мы, если что, это самое, басуху запишем, знаешь, как гитарой, типа. Да, так. Сейчас. А вы, ребят, скажете, как звук. Потому что как звук. Как звук. Что мы сейчас нихуя не будем слышать. А хотя подожди, почему не будем-то сейчас? А, нет, не будем. Ой, блядь. Бля-ля-ля-ля. Зря ты так... Не зря ты так стрим рано начал. Ну да. Глазами вбликал бок, и там был шум. Ну, бля, можно было сказать, типа, а чё там за шум? Неужели никто не поинтересовался вообще ни разу? Да всё. Никто не мог видеть. Так, сейчас, одну секунду. Поебать. Угу. Так, я хочу вот так проверить. Вообще не так-то громко. Вообще полностью. Дорогу. Сейчас, секундочку. Знали, даже потом, когда в лес углублялись, там уже включали связь. Ага. Этот момент съезда с дороги никто не мог видеть. Очень опытная бригада была. Я слышал, что там даже было на случай нападения на кортеж, если можно так сказать, тоже были определенные указания. Сейчас, ребят, я все по-уебански немножко сделал. Мы в Череповце. Да, ребят, мы в городе. Дашка Пиписька просит адрес. А, ну да.
Вот. Череповец — это место. Бля, Дашка Пиписька, ты знаешь песню вот эту? Череповец. Это не Гарлем. Ну, они были, никто не должен живым выйти. Если случай нападения явного, то все должны там остаться в машине. То есть сотрудники вот этого расстрельной команды, они обязаны расстрелять их прямо внутри машины? Да. Прежде чем... Ты куда ты пошла? Череповец. Блять, нихуя себе. Так, одну секунду, ребят, прошу прощения. А, я знаю, сейчас я кое-что... Я могу мониторить себя, и при этом... Сейчас я сделаю все. Я просто супер охуенно сейчас сделаю. Что я говоришь? Я там окно открыла, нормально же? А, в там? Да. В толчке? Да. Че, аж здесь уже воняешь? Да. Ебать, нихуя себе. А чем это? Ну, тухлая хуйня, да. Это типа не говно, а какая-то тухлятина такая, да, блядь, дрисная? По-моему, нужно... Ты там закрыла? Ну, типа там нет вентиляции, то есть там либо холодрыга, и плюс нас, может быть, чуть-чуть слышно, но ты обе двери закрыла, и ту, да? Все двери закрыла. Либо, блядь, там вонища. Да, внезапно Даша все говорит, да ладно, это было ожидаемо. Вообще все, какая мне... Вообще всем поебать, реально просто. Типа, ну... Да, странно, что раньше ее не было, типа, да. Как будто она у меня живет тут, блядь. Типа, чуваки, вычи. Так. Все там было, все жестко, в общем, ну, хотя это ни разу такого случая не было, но все были к этому готовы. В случае нападения планировались. Иногда была такая информация во время транспортировки. Обычно родственники что-то там, они до последнего пытаются что-то решить в защиту своих близких. Приехали в лес. Или эти все... Что еще раз? Тебе все эти розетки нужны сейчас? Я могу вот это выткнуть, вот там. Угу, ты можешь туда вставиться. По-моему, видос уже нас забивает. Просто спросили, начнем найти. Ну все, вот, машина открывается, первого выводят, подводят к пьяни, ставят на колени. Что, пуля в затылок? Пуля в затылок и сбрасывают. А в какой-то момент ему читают документы? Нет, или это еще в СИЗО? Уже в СИЗО, там его все ознакомили, все уже. А, то есть он весь этот маршрут едет, он знает. Звук хотя бы разборчивый еще? Ну, стрелять удобно. Я правда не понимаю, о чем речь. Это же не бойня. Здесь уже надо подумать об исполнителе, все, он будет подпрыгивать, бывает резервы такие, что не будет. Это же в кино показывает, там, стреляет с 5 метров, да, этот человек с 5 метров в голову попасть тяжело. Стреляет один человек? Один. Потому что очень популярная теория, что якобы на время расстрелов стоит несколько людей, и у кого-то из них холостые пули, чтобы якобы их не мучили совесть. Это кто, же ничего там такого не делал, там совесть нет. Ну, этот мужик берет интервью у этого, а этот типа какой-то руководитель расстрельного чего-то там. А, нихуя. Да. И он рассказывает про расстрел, как он расстреливал. А, я, по-моему, что-то такое смотрел. Вот начало. Я тоже, может, но хуя его знаю. Ну, что они делают? Ну, были запасные стрелки, но стрелял один. Ну, если заболел. Ну, не один раз, иногда было по 4 раза стреляли. Ну, не получается с первой пули. Ох. Ну, человек без сознания, но сердце работает, живет. Врач подходит, говорит, пока живой, ну, говорят, отвали, подождать, пока он умрет. Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Бля, лол. Поэтому решение я принимал. Ну, команды же, повтори. С одного выстрела часто человек умирал, но не всегда. Было определенное место, куда он должен был попасть? Ну, судя по всему, мужичок, врач так говорил. Ну, где он у каждого находится, не будет же там, он в церкви меридиан находится. Тогда там все органы дыхания. Вы в моем Череповце, адрес. Улица Череповецкая, дом Череп. 44. Дом Череп, квартира Овец. 44. Почему 44? Че. Че, а че, че, четыре, да-да-да. Четыре. Корпус, блядь, не могу придумать шутку. Голова не работает, а сердце еще работает, поэтому, чтобы отключить все это, надо попасть в чумятку. В тот момент, когда вот вы стояли... вот. Череповец. Это не Гарлем. Немножечко. У вас внутри происходило? Да ничего, я наблюдал. Не голоса, а про вот эту хуйню тоже. Там крови большой, я не ожидал, что... У человека в голове столько крови, может быть, вот это поразило. В шкафу не живет, да. Глаза чьи-нибудь видели? Заключенного имени? Это ночью, какие-то глаза могут быть. Там никакой фонарик, он затылок насветили, и все, второй пулю пустил. Там уже не до глаз, там. Процесс так быстро происходит. 3-4 минуты, все. Сейчас человек. Дальше, то есть его он выстрелил, дальше что с ним происходит? Сбрасывают яму, что с ним? Яму, все туда. Просто рукой только? Нет, одевали веревку на шею, так удобнее было. Еще пока живой? Да, пока живой веревку надевали. Но они сами не знали для чего, почему, поэтому вот человек там не сопротивляется. Он связан, конечно, чем будет сопротивляться. Руки за спиной? Да, руки за спиной. А веревку я сам не понимал, для чего. А потом понял. Давай чуть-чуть помедленнее, а то ебать. Где пицца? Вот она. Она же? А? Она? Да, она, сейчас. Блядь. Че. Выезжаю! Только сейчас видел? Удобнее в яму сбросить. К нам на эту, на Череповец. Потянули за веревку с другой стороны могилы и сбросил яму. Вот и весь там секрет. Никакого там это процесса утушения там или еще чего. Да мы не знаем, что за город. Мы просто рофлим. Мы на самом Нет, деле... Нет, мы в Череповце.
А, ну то есть да. Не, отличный город. Чистотик, потому что иначе надо двоим подходить, брать подмышки, в крови замораешься и прочее. А так все сбросили. Максимально бесчеловечный. Ну, вот тут почти в центре. Ну, в принципе, варварский, да. Варварский. Вот мне потом пришлось это поменять. То есть выводят по одному, правильно я понял? Да. Из машины. Остальные сидят. Они, естественно, слышат и выстрелы. Конечно, они слышат. Ну, выстрел хоть и слабый, но его слышно. Тишина. Он слышит пистолет, да? Ну, все равно его слышно. Его слышно. Тишина здесь, ничего нет. Они как-то реагируют в машине? Да уже никак. Это безумно, или уже никак. Идет своими ногами, да подходит к себе. Это безумный человек. Какие-то там у него фантазии, или там... А где стаканчик? Сольёт, если там никто не кричит. А момент, когда им зачитывают документ о том, что им отказано в помиловании, вы присутствовали при этих моментах? Ну, конечно. Как меняется его поведение? Никак. Вот бывает вот так вот меняется, как я сказал, что физиологически происходят такие процессы. А, то, что он по себя ходит? Да, да, вот, после... да, вот это бывает, вот это бывает. Бля, мы, когда говорим деревня, мы... Блядь. Да мы... Я уже устал рофлить, блядь, серьезно. Парни, находимся в Красноярском крае. Площадь у Аммафоса это... 32 гектара. Там называется она... Да. Площадная. Да. Улица Красного Бомжа, не знаю, блядь. Краснобомжатская. Это, организм так воспринимает стресс. Да. А слезы тоже... Да какие там слезы? Слезы один раз видел я. Блядь, 3:32. Да мы хуйню несем от балды вообще, блядь. Один плакал. И я бы внимания не обратил. А, нет, площадь так и называется. Площадь 32. Он тоже плакал. Я говорю, в чем дело? Ой, блядь. Значит, все нормально. А когда... Какого года этот видос? Я, по-моему, очень давно смотрела его. 18-го. Ну что-то тоже так смутно. Да, бля. Угу. С которым вы вернулись, и как вы спали первую ночь? Я помню, да, потому что я не спал, я только глаза закрою, вот помню этот кровь, фонтан, ну, как-то для меня это новое ощущение, необычное. Когда появлялся просто как кошмар перед глазами. Ну да, поэтому я не спал двое или трое суток, я не знаю. Потом спрашиваю своих бойцов, я говорю, что делать? Да, говорит, ничего не сделаешь, мы пару стаканов надо махануть, говорит. И так и действительно. Потом помогло, ну и все, через неделю я забыл. На YouTube очень много роликов, которые озаглавлены так, что это реакция заключенных на тот момент, когда они слышат, что им присуждается смертная казнь. Например, вот этот парень, одно из самых популярных видео, оно подписано, как ему присуждена смерть с помощью инъекции. Да, есть такой вид казни, она до сих пор действует в Соединенных Штатах. Заключенному вводят 3 препарата. У него сначала атрофируется дыхательная мускулатура, он перестает дышать. И в период с 5 по 18 минуту у него останавливается сердце. Но на самом деле этот парень не получал никакого смертного приговора. Он до сих пор жив и уже давно находится на свободе. Парень зовут Джейкоб Мэтью. На момент ареста ему было 15 лет. Он страдал определенной формой аутизма. И что произошло? Он остался у себя дома вместе со своим младшим братом, которому было около года. И так вышло, что случился пожар. В итоге малыш умер. А вот на этих кадрах, которые гуляют по всему YouTube, на самом деле он не слушает никакого смертного приговора. На самом деле в этот момент ему просто проговаривают, что он сделал, как погиб его младший брат, и поэтому ему просто жутко от того, что произошло. Потому что, судя по всему, он находился в определенном шоковом состоянии и не все помнил. Но, как и сказали соседи, которые видели, что там происходило, на самом деле этот Джейк сам пытался несколько раз пройти через огонь, чтобы спасти своего младшего брата. У него даже обгорели волосы, но у него этого не получилось. В итоге Джейк посидел один год в тюрьме, а потом ему скостили срок до 5 лет условно, он вышел на свободу. А вот так выглядит реальность. Подожди, человек по имени Остин Майерс. Его приговорили к смертной казни за ограбление. Ему было 15 лет, у него аутизм. Был пожар, он был вместе с младшим братом дома. Или что? Я что-то тоже нихуя не понял, что за бред. За что ему посадить? Ну что-то, может быть, слушали внимательно, давай остался у себя отметка. На самом деле, этот парень не получал никакого смертного приговора. Он до сих пор жив и уже давно находится на свободе. Парень зовут Джейкоб Мэтью. На момент ареста ему было 15 лет. Он страдал определенной... Короче, видишь, иногда у меня, когда мышь вот здесь, так нельзя на паузу поставить. Надо именно перенести. Мои вот аути... так, потому что... А арестовали-то его за что? Сейчас, слушаем. И что произошло? Он остался у себя дома вместе со своим младшим братом, которому было около года. И так вышло, что случился пожар. В итоге малыш умер. А вот на этих кадрах, которые гуляют по всему YouTube, на самом деле он не слушает никакого смертного приговора. На самом деле в этот момент ему просто проговаривают, что он сделал, как погиб его младший брат, и поэтому ему просто жутко от того, что произошло. Потому что, судя по всему, он находился в определенном шоковом состоянии и не все помнил. Но, как рассказали соседи, которые видели, что там происходило, на самом деле этот Джейк сам пытался несколько раз пройти через огонь, чтобы спасти своего младшего брата. У него даже обгорели волосы, но у него этого не получилось. В итоге Джейк просидел один год в тюрьме, а потом... Хуйня какая-то, блядь. Постели срок до 5 лет условно, он вышел на свободу. А вот так выглядит реальный смертник. Человек по имени Остин Майерс. Его приговорили к смертной казни за ограбление. Объясните. За что год-то, блядь? Прогугли. Джейкоб. Как его? Не знаю. Прожуй, потом болтай. Угу. Да пихуй. Анус какой-то был, я не помню. Блин, какой-то есть реально Джейкоб Анус. Морис, по-моему, да? Нет. Нет.
Смертный приговор. Джейкоб смертный, давайте подпишем. Блэк. Нет? Нет. Нет. Это сумерек. Смертный приговор напиши. Приговор. Да блять. Угу. Посмотри. Ой. В ютубе, короче, во. Перемотай. Угу. Сейчас найдем. Из-за очень жестокое убийство. И обратите внимание, как он ведет себя. Он пытается давить на жалость и пытается манипулировать судом, чтобы ему скостили срок. If you choose for me to die, it's only gonna cause more pain and suffering for another family. Жук какой. Not me. It won't hurt me. I won't feel anything. It's gonna hurt more innocent people. Таких как Джейкоб по всему миру сейчас примерно 23 тысячи человек. Это цифра тех людей, которые в тюрьмах дожидаются своего смертного приговора. Это правда, что смертники сидят отдельно от всех остальных? Джейкоб Мэтью. Ну, конечно, у них отдельно. Ага. Все, гугли. Так, Джейкоб Мэтью. Так тут уже что-то есть. Джейкоб Морган. Джейкоб Мэтью. Страдает какой-то там стадии аутизма. Ну, если он дислексией. Страдает аутизмом, если у него дислексия, если был пожар... А, он поджег этот дом. Так, блядь, а хули... Произошел пожар, ну... А хули он не сказал, что, блядь, по его вине произошел пожар? Понятно. Долбоебизм какой, а? На доступ. Ладно. Комменты? Где? Чат. А, да, сейчас. Этого приговора. Это правда, что смертники сидят отдельно от всех остальных заключенных? Пишут. Конечно, они входили на коридор, туда доступа не входили. Чтобы исключить возможность побега. Вот, там очень сложная система охраны, я даже не хочу о ней говорить, она действует пока. Там один человек не откроет камеру, даже если я приду, буду требовать, нет, ее откроют, но обязательно там есть процедура. То есть отдельный коридор, где он, в подвале где-то? Да, он в подвале. Отдельный коридор, отдельный пост. Никто доступа не имеет туда. Но режим там... у них такой же? То есть не, прогулки... у них, ну, на прогулку их не выводят. Вообще? Вообще не выводят. Серьез? У них режим жесткий очень. Прогулки у них нет. Передачу, вот это уже в мою бытность, я разрешил им передачу. От родителей? Ну, от родственников, да. А до этого не было передач у них никаких. Выбор слов плохой, типа, да. Не по Фреду. Вот. Только книги давались в библиотеке. Вот. И разрешалось в ларьке учреждения покупать там сигареты в основном. Продукты питания там. Но они не брали в основном сигареты там, потому что у них еще денег не было. А поскольку человек в камере сидел? Ну, сидели обычно по двое. Но когда было много народу, а камер было, по-моему, у нас 17. Бля, сидим, делаем то же самое, что мы, блядь, делали за кадром, только за бабки уже. Смотрим видос. А как они ведут себя, вот когда они уже находятся в коридоре смертников? Я, например, знаю, что Чикатило, когда уже у него был вынесен приговор, он начал ни с того ни с сего... И только интересно. Подожди, тут про Чикатило. Уже у него был вынесен приговор, он начал ни с того ни с сего заниматься физкультурой, прям там в камере. Ну, почему ваше наблюдение, как-то вот менялось их? Так, там они себя вели очень тихо, там пройдешь. Ну, это зависит от человека. Не услышишь, да? В принципе. Ну, типа, психоз вопрос. Какой-то, пиздос. Бля, этот парень вообще, который интервью берет, странный. Разговаривает, да, он, не умеет. Он интервью хуёво берет. Да, я заметила. Все бомбят с него, то есть, что он такой прям хуёвый интервьюер. Но он зато у него вот крутые именно фильмы, когда он позже уже понял, что это все хуйня. Он начал не интервью брать, а снимать... Социалки, типа, какие-то? Ну, грубо говоря, да. Вот, и знаешь, как мне кажется, вот он снимал фильмы про страны, он путешествовал по каким-то странам пизданутым, то есть у него про Венесуэлу, про КНДР, про Монголию, спасибо большое. Вот. Да. И, типа, как живут, ну, за люди у него теперь называется канал. А, и, типа, это он же? Да, это он же. Вот. Ну, вот, этот канал я знаю, да. Вот, и вот эта хуйня, вот эти его вот новые видосы, они заебись. А когда он интервью берет, это хуйня. Он всегда, когда их брал, они прям всегда были говно полные. Они не должны проводить момент, когда в глазок заглядывают. Поэтому у них, они сориентированы были на эти всякие движения, на шорохи. Мышка так не чувствует, как они чувствуют. Бывали случаи, что заключенные, смертники, не дожидаясь приговора, пытались покончить с собой или совершали это? Бывали. В мою бытность двое покончили. Весы в одной камере, на одной веревке, поменялся один, повесился, другой его снял, положил на кровать, потом в следующий обход контролера лег, как будто спят они, потом он знал, что контролер через 7 минут обходит, и сам повесился. Это, когда он повесился, уже сам себя-то с петли не снимет, контролер заметил, тревогу поднял, но не успели, спасти не успели, ну там даже, в общем, ну такие бытуют, смертные, что там. Сегодня я в первый раз попробовал со своей девушкой заняться анальным сексом. Не понимаю, почему мы раньше не пробовали. Мне очень понравилось. Вообще жара. Правда, у меня все еще немного болит очко.
Классик. Я так и знала. Это максимально прям такой примитивный классический кек. Спасибо, Сернегей Сокол. Поэтому доверим эти Сернегей? А, ты же не видишь нихуя еще, да? То есть ты только на слух, да? Сернегей Сокол, никнейм у человека. Ну да. Да, я просто, я уже вижу, я прочитал уже до конца, и поэтому на тебя смотрю, думаю, что ты уже ржешь, блядь. А ты просто, ты на слух, типа, ты слышишь и не видишь, что будет, какой панч. А я, ну, блин, ну да, он тут прям такой очевидный. Ну, отлично, спасибо. Вот в то время там делали эксперимент. А? Что там в чате написали? Этот парень брал интервью у следователя, который Чикатило ловил, и допрашивал, но вниз канал удалили. А что удалили, это шучу. Ну, видимо, он все поскрывал и перезаливал. Вот криминальная Россия про Чикатило, вот это, вот это. Была ли реально возможность спасти? Нет, не было. Вот следующий обход, контролёры, 7 минут. То есть каждые 7 минут к ним в камеру кто-то заглядывал? Да. И поэтому они повесили, он, то есть повесился один? Да, он его снял, подождал, когда пройдет, глазок посмотрит. Ну, 7 минут, после этого мы видели, каждый день, каждые 7 минут? Что каждые 7 минут? Каждые 7 минут ему заглядывают в камеру. То есть каждые 7 минут к ним в камеру кто-то заглядывает. Да. И поэтому они повесили, он, то есть повесился один. Да, он его снял, подождал, когда пройдет, глазок посмотрит. Каждые 7 минут? Ну, 7 минут. После этого он увидел, он не имеет, у него включение, то он не откроет, он поднимает тревогу. Пока соберется необходимая критическая масса этих охранников, проходит уже 10 минут, уже не спасешь. Побега бывали? Бывали. Применяли оружие, стреляли, ранили, убивали. Кого? Ну, пытавшись бежать. Кого, блядь? Ты тупой! Извините, у меня мой мир. Кого? Убегали из тюрьмы. Мама твою, блядь. Ёпта, в натуре, да. Ребят, мы уже почти досмотрели, кстати, до 33 минуты. Так что вот. Ну, за 30 тысяч рублей. Да, так что докидывайте еще в фонд, кому интересно. Криминальная Россия показывала мертвых детей в выпуске про... Фишера. А мы же смотрели, да, по-моему? Так, в Криминальной России там не то, что мертвые дети, ты еще... Я посмотрела до хера в выпусках Криминальной России. Это... Там расчлененка, там всякое дерьмо, обнаженка, типа, жесткие кадры. Там был кадр, короче, как у ребенка просто голову показывали. Я не помню, про кого был выпуск. И на опознание мать какая-то узнала. Это пиздец. Ой, бля. Ой. Ты прикинь, матерь приносит голову. Башку ребенка. Матерям показывает голову ребенка, и кто-то узнает ее. Пиздец. И она вся еще вот такая уже полу. Разложенное. Контролер на вышке увидел, применил оружие. О чем речь? Криминальная Россия. А потом уже я вот здесь был, в Берлине, один. Двое попытались на рывок через крышу, тоже часовой применил оружие, одного убил. Второго не успел, он через забор спрыгнул. И попал, милицейская машина патрульная едет как раз под нее. То есть он выпрыгнул, не успел выпрыгнуть. Первый товарищ прикрыл своим телом, значит, свалился на эту сторону забора, тот свалился на ту сторону. Вы рассказывали, что у смертников есть несколько стадий борьбы за свою жизнь. Вы можете рассказать о них? Ну, у них, начиная что за мутная какая-то, мутная картинка. Это они уже ориентировали нави своих. То, что вчера для него было ценно, там еще, скажем, это послать воздушный поцелуй из зала суда, там, любимой женщине, то на второй день, когда он это читает приговор, настолько это на психику ему давит. Они же это слово вычеркивают, смертная казнь, расстрел, зачеркивают, вырезают. Вот приговор его возьмешь на руках, 90... Блин, Моисей, предупреждая гостях, донатить я хотел на твою реакцию. А не на это вот перебивание неспешное какой-то девки. Процентов слова расстрел нет. Все, ушла. Да мы хотели, блядь, забайтить, типа, наоборот, чтобы это было беспалевно. То есть, просто мне показалось, что будет смешной кек. Типа, если сперва я запущу, сделаю вид, что это мой обычный стрим, а потом внезапно хуяк, и появляется Даша. Это, кстати, была идея Даши, но я, правда, такой, бля, охуенно. То есть, короче, дефект в гостях. Давайте наоборот напишем, потому что, сука, короче, заходят те, кто хотел на мой обычный стрим, и не заходят те, кто был бы как раз рад увидеть стрим с Дашей. Так что надо наоборот все, блядь, сейчас быстренько перехуячить, переделать. Да чё, бля, ты будешь из-за 25-рублёвого бомжа в натуре убегать? Иди сюда, блядь. Ты чё, бля, он же не 2 500 кинул, а 25, пусть идет нахуй. Так. Зачёркнув, то есть они берут карандаш, реально вычёркнув. Пиздец, блядь, взяли за 25 рублей, нахуй, мне гостя, блядь, сплавили. Пиздец вообще, а? Не дай ему победить! Нет!
вычеркивается. У них нет. Я думал, это один сделал. Нет, 90%. Они не могут вычитать. Пиздец вообще, блядь. Это для них вот просто увидеть это слово, это огромный стресс. И начинается тогда борьба за жизнь, там она переходит, ну, в другую фазу. И начинают матерей просить, требовать от них. Ты хоть что хочешь, там, чтобы меня на органы разобрали, там, закопали где-то, как собаку там продали. Там. Они начинали использовать священников. Разрешили доступ к священникам, тайной исповеди, значит, ну, мы ее соблюдать не могли, потому что тут режимные требования пересекались, присутствовала охрана. Ну, блядь, мы не слышали, конечно, что они не каялись, исповедь это, чтобы раскаяние. Короче, в следующий раз такую хуйню не делаем. Священник убеждали, что я не виновен. Ну, идея была крутая, но просто у меня зрители какие-то странные, блядь, пиздец. Типа, вообще, да похуй, блядь, брат. Типа, ну да. У Моисея обнаружили дефект. Шок. Это вот, скажем, вот такая вот эмоциональная борьба. Приведи лучше гости мужчину. Левоскул скрим задонатил, кстати. Да иди сюда, блядь. Что за хуйня? Вот. Могу вам гостя лесбиянку привезти, в принципе. Это почти мужик. Да. Блядь, у тебя опять желтит фейс. Да, так... А нет, сейчас подожди. Так, оп. Мне выжгло глаза. А так ты что-то вообще не Black Lives Matter. То есть мне YouTube не будет поблажек так давать. Я сейчас наоборот бледная. Да? Гемоглобин упал. Тебе надо что-то похавать. Такое типа. Справедливо. Тебе надо положить в рот мясо. Эх. Свои права. Любые способы использовали. Бывало, брать родные сиди. А разве у тебя не гость лесбиянка сейчас? Так. Я один другому там кричу. Ну так. Ну так, а о чем и речь? У меня в гостях чернокожая лесбиянка. YouTube должен, по идее, мне сейчас, блядь, я не знаю, нахуй, платить просто, блядь, эти самые, ну, типа какие-то преференции, там, какую-то хуйню. Меня вывести в топ рекомендов. Заметь, блядь, видишь, я типа переподписал, сразу больше народу стало. Я тебе говорю, надо именно, то есть... Кто-то не будет заходить, если будет видеть, что ты в гостях, а кто-то, наоборот, увидев, что гостевой стрим с тобой, будет заходить только больше. Так что, короче, блядь, в следующий раз, ну, мы один раз попробовали, и теперь у нас есть... Да заняться здесь было нечем еще. Опыт в этом вопросе, что так нехуй делать. Ну, короче, да, мы хотели приколоться, а в итоге поебень получилось. Спасибо. Пожалуйста. Возьми на себя все. Прямо из камеры своей кричал. Ну да. Давайте пока позырим. Пересекалось, конечно. Ну, были случаи, когда. Родные братья оба. Во время следствия, наоборот, они все... Ну, уже скоро 33 будет. Мы так на себя одеяло тянули, героев играли. Да-да-да. Но я сейчас, я даже не буду перерепостить, я просто рассылочку сделал. Бля, почему 4 лайка, кстати? Нихуя себе. Ты чё, блядь? Ай. Где лайки поставили? Ты чё? Что? Тебе водички может дать? Да нет. Забей, мне сейчас прикол. Необычно, что на посте о стриме лайки стоят какие-то, прям так активно облайкали. 4 лайка. 4 лайка, да. Обычно там 0 лайков. Спасибо за 4 лайка. Типа, да, обычно стоит 0 лайков, а тут 4 целых, типа. Обычный стрим сдашь. Да блин, ну чтобы сразу было. В гостях. Вот так просто. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ну то переделывать не буду, я жалею. Мы же скоро закончим уже, походу, да? Тебе, блядь, домой. Чипиздой. Да. Чихуёй. Да? Угу. Ну и получили каждый. А потом наоборот все началось, когда поняли, что это не шутки. На обоих расстреляли. А виноваты сейчас были оба? Они оба, они забили до смерти одного или двух таксистов монтировками там прочее. Ну кто больше бил, кто меньше, ну как угадаешь. Ну оба мертвые были. А выручку забрали, верхние куртки там какие-то. Ну один, помню, просил, и у него еще не, он приговор не получил, он сидел в обычной камере. Но он понимал, что получит расстрел. Так вот он просил, там сидели отдельно заключенные, зараженные СПИДом. Угу. Ну, ВИЧ-инфицированный. Вот он у них просил крови. Пришлите крови. Ну, перехватили это. Они говорят, что там за дурачок просит крови? А как он хотел, чтобы они ему прислали, ну, крови? Там, не знаю, там, на ватке там или еще как-то там. Ну, и хотел эту кровь себе втереть, через ранку там сделать, втереть, и СПИДом зараженный. Ну, вроде его не расстреляют. Вот, а их не расстреливают? Да почему нет? Расстреливают. Один себе зрачки выколол глаза. Тоже считал, что слепого не расстреляют. Сам себе выколол оба глаза. Вот и так защищаются. Там... Кто как может, он на что раз, потому за ними особый надзор. Кто-то из родственников пытался вам деньги предлагать, чтобы каким-то образом повлиять, или там на приговор, или хотя бы там еще как-то? На приговор я не мог повлиять. А предлагать они мне ничего не предлагали. Сколько денег нужно внести, чтобы отменили смертный приговор чуваку? А разве так можно? Нельзя. Но по идее, если предлагали, если он говорит предлагали, то это ж дохера бабла. Ну да, дохуя надо предложить.
То есть вот ты бы за сколько отказалась? Черный альбинос и белый блюзмен. Ну, получается так, да. Эффект заебись будет. Просили сказать, кто где захоронен. Контакт держит и реакт обогащает. Так я и говорю, наоборот, заебись. Ее в жизни вообще болтать не заставишь. А у меня вот бывает, типа, знаете, допустим, вот сестра моя или еще кто-то. Они в жизни, блядь, пиздят, не затыкаются. А когда с ними какой-нибудь реакт пилишь, например, им вообще похую. Просто, блядь, слова не могут сказать. А тут наоборот, вот хоп-хоп, типа, что-то вот Даша подпиздывает. Я вообще молчу. Ты вообще, ну, относительно активно, вот в плане именно реакта сейчас что-то... Ну, тут просто про маньяк. Да, я думаю, мы бы так Фреда смотрели, ты бы тоже там на говно исходила. Не знаю. Есть только один способ проверить, ребята. В закрепе ссылка. Так. Ну, вот были такие случаи. Ну, вот это в основном было у них просьба, кто где захоронен. Хотя у нас был один ответ, угол по приговору. Все. То есть родственникам тела никогда не выдавали? Нет. Ну, так в законе записано. Место захоронения не указывается, не обозначается, тела не выдаются. Закон принимает Верховный Совет любой страны. Ну, здесь сейчас как-то в России Госдума, там в Беларуси Национальное собрание. То есть вот где вот эти полянки, на которые вот вы ночью выезжали, никто никогда не... Нет, никто. Но они же приходят, когда их же никто в известность не ставит. Они приходят там на свидание. Раз в месяц имели свидание, а его нету. Ага, и так постоянно было? Ну и так постоянно. А куда убыл по приговору? Ну куда убыл? Мы поддерживали, они сами такую версию придумывали, и мы придумали, что увозят куда-то там на урановые рудники и прочее. Секретные предприятия какие-то. Мы не опровергали это. Наоборот, старались поддерживать, чтобы им было легче. Потом, когда вот рассекретили меня и прочее, вдруг все поняли, что все-таки их расстреливают. Это и родственникам дополнительный стресс был, и ко мне много претензий. Покажи, кто где захоронен. Хоть назовите там регион, это там Магадан или там или еще что-то. Я говорю, я не знаю, так к российским властям обращайтесь там. Может, вам подскажут, а мы не знаем. Вот на вокзал отвезли, говорили, и все, попрощались. А были те, кто знал, что это вранье, и все равно верили? Да, были, конечно. Ну, были. Обычно женщины в это верили, а мужчины, вот я помню, семья была, тоже из России, муж жены приезжали, муж офицер. И когда я сказал, что убыли по приговору, там, мы следов не знаем, где они. Да знаю, говорит, я все даже на каком кладбище, говорит, ну, для жены пусть будет так. Случаев, когда казнили невиновного человека, на самом деле масса. Один из самых известных таких случаев – это Тимоти Эванс, британец. Он жил в Уэльсе, после этого приехал в Лондон вместе со своей женой и маленькой дочкой. Они поселились в апартаментах, познакомились с теми, кто там уже жил. Один из них – это был человек по имени Джон Кристи. Так вот, дела у семьи Эванса шли не очень, денег не хватало, кроме того, муж пил, и так вышло, что жена забеременела вторым ребенком. Они подумали и решили сделать аборт, хотя в тот момент в Британии аборты были запрещены. Дело происходило в 1948 году. Тогда вот этот их новый знакомый Джон Кристи вызвался помочь с абортом. Он сказал, что все сделает сам, но мужу нужно уехать из города для того, чтобы обеспечить себе определенное алиби. Ну, тот ему доверился, действительно уехал. Через некоторое время этот Кристи звонит мужу и говорит ему, что жена погибла во время аборта. И, конечно, у него был шок определенный. Он пошел и решил сдаться в полицию. Муж сказал, что он сам дал ей выпить определенную жидкость и таким образом отравил жену. В итоге следствие не слишком долго разбиралось. Ему дали смертный приговор, его повесили. А через 3 года выяснилось, что этот самый Джон Кристи, их сосед, он был серийным убийцей. Еще до того случая он уже убил несколько человек. И в ту ночь он на самом деле не пытался делать никакой аборт. Он отравил ее с помощью газа, а после этого изнасиловал и убил их маленькую дочку. А в 1987 году в США были обнародованы данные о том, что 349 смертных приговоров были вынесены ошибочно. И 23 из них к тому моменту уже были приведены в исполнение. Были моменты, может быть, вы слышали о них, не с вами, может быть. Ну вот тут, наверное, на 35-й минуте как раз вот, наверное, пока и кончим. Лесбиянка еще и в Череповце, а Дашка Пиписька интересуется. Еще и тезка.